С 2018 года каждая московская семья при рождении малыша имеет право получить подарочный комплект детских принадлежностей. В него входит все, что нужно ребенку в первые месяцы жизни, включая базовые наборы одежды, постельное белье, средства гигиены и игрушки. В отличие от Москвы, новорожденные Подмосковья были лишены возможности также получить подарок, но скоро все изменится. В Видновском перинатальном центре работа не останавливается ни днем, ни ночью. С начала года здесь родилось 3502 ребенка. 51% из них – мальчики. Но врачи и медсестры с нетерпением ждут сентября. Ряд пациенток уходят от нас и не рожают у нас только потому, что хотят получить подарок, который дают в Москве. Мы долго бились и хотели такого же презента для молодых мамочек. И, наконец, с 1 сентября наши мечты и ваши мечты осуществляются. Действительно, в Московской области с 1 сентября 2019 года также будут выдавать подарочные наборы детских принадлежностей. Коробка для новорожденного «Я родился в Подмосковье» разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Набор включает в себя 51 предмет на общую стоимость 20 тысяч рублей. Общий вес – около 10 килограммов. При этом мама сможет самостоятельно выбрать – получить подарок или его денежный эквивалент. Она, поступая в наше учреждение, уже в приемном покое, заполняет анкету, что она хочет. Я хотела бы получить при регистрации денежную компенсацию 20 тысяч или прекрасный набор для своего ребенка и для себя. Стоит отметить, что мама или папа, имеющие областную прописку, смогут получить подарок для ребенка, даже если малыш родился не на территории региона. Подарочный набор будет выдаваться органам ЗАГС одновременно с вручением свидетельства о рождении.